Легкие. В легких у нас сидит, конечно же, наш страх за жизнь. Легкие – это легкие, бронхи, дыхательные пути. Это зона нашего страха. Ну, собственно, многие из вас это знают. Как это было устроено в природе? В природе было устроено просто. В природе вообще все за выживание. Там нету театров и кино, там есть выживание. И ради выживания нужно спрятаться, убежать и что-то сделать, например, очень быстро. И для этого природа придумала один из простых механизмов, который заключается в том, что когда надо очень интенсифицировать обмен веществ для чего-то очень важного, либо догнать, либо убежать, но скорее про убежать, начинается запускаться изменение тканей легких, альвеолярные изменения для того, чтобы от количества альвеол зависит качество газообмена. Ну, чем больше альвеол, тем больше газообмена. И организм говорит, на тебе больше ткани легочной для того, чтобы тебе было легче спастись. Ну, чтобы ты был более, ты животное было более, более выживательно. Вот. Но в повседневной жизни это не надо, и мозг помнит, что это такая аварийная программа, и потом он говорит просто, я тебе давал ткань тут на днях, ну не на днях, там в течение там, месяца я тебе давал ткань, помнишь, верни обратно. И мозг берет и забирает эту ткань обратно. Ну как он ее забирает? Он ее забирает, естественно, с воспалением, он ее забирает с отеком, он ее забирает вот с температурой 37 градусов. А вот это то, как мозг забирает. Вот все вот эти вот туберкулезы, пневмонии, воспалительные процессы именно в легких, это то, как мозг говорит обратно, все, вот лишнюю ткань, которую я тебе давал, давай-ка ее обратно сюда. И он ее, собственно, с помощью палочки Коха уничтожает. Вот, поэтому палочка Коха, задайте себе вопросом, кстати, про палочку Коха, интересно, да, вот она живет там, вызывает туберкулез. Она, кстати, есть у большинства из нас с вами. Но она не работает, пока мозг не скажет, все, забираем лишнюю ткань, ту, которую давали для какой-то задачи. И вот палочка Коха не переходит никуда больше. Она почему-то не переходит в печень, не начинает в печени работать. Она переходит там куда-нибудь там, я не знаю, в какие-то другие ткани, не начинает там работать. Она остается только в легких и может работать только в легких. Вот интересный вопрос для тех, кто думает, что туберкулез вызывается.